Вуаля! Итак, друзья, у нас получились вот такие белые шарики. И теперь нам нужно вот это средство, я уже вам его показывала, смесь для сусального золота, нанести кисточкой на выпуклый рисунок, который был нанесен заранее, а затем уже я покрыла краской. Сейчас я покажу на одном. И потом мы уже будем делать все вместе. После нанесения средства нужно оставить его на шариках примерно на полчаса. Работа кропотливая. Нужно, чтобы оно подсохло чуток. Как бы стало таким, сейчас оно влажное, это средство, а должно стать липким. Вот. Для этого его нужно оставить на время. И вот так вот наносим на весь рисунок. Можно залезать за пределы, это ничего такого серьезного, но лучше, конечно, только на рисунок наносить. И продолжаем в том же духе все шарики наносить. Вот видите, где я нанесла, там блестит. И также все шарики делаем. Итак, друзья, теперь нам понадобится вот такая сусальная фольга. У меня она осталась от прошлой работы, когда я работала в художественной студии. И, не знаю, сейчас продают их в художественных салонах или нет, не видела. Но, может быть, где-то есть. С обратной стороны она вот такая вот. И у меня есть кусочки серебряный, кусочек один уже почти весь избитый. И два кусочка золотой. Значит, будем их накладывать на шарики. Так, сейчас они у меня тут подсыхают, висят. Начнем с первых. Они уже липкие. И мы просто берем и оборачиваем их. Здесь, так сказать, на удачу. Потому что мы нанесли этот клеевой состав. И уж что прилипнет, то прилипнет. И вот так вот получается красота. Кое-где блестит, можно несколько раз. Там, где мы нанесли, там у нас будет блестеть. Вот такой шарик получается. Немножко блестящий, как будто бы снегом, да, порошенный инеем таким. Вот такой получается красивый шарик, блестящий. Надеюсь, вам видно. Итак, мы делаем все шарики. И вешаем их сушиться. Можно золотой, можно серебряный. Сжимать надо хорошенько, чтобы вся блестящая часть осталась на шарике. И вот такой вот получается шарик.
знаю, видно ли вам, но в конце я еще покажу, что получилось. Еще, друзья, хочу сказать, пока у меня сохнут шарики, я тестировала сегодня вот эту вот кисть, она из фикс прайса, они вот все с серой ручкой, там набор идет, и, по-моему, из 4 или 5 кистей. Вообще они позиционируются как кисти для nail art, то есть для дизайна ногтей. Но вот сейчас, как вы понимаете, дизайн ногтей — это лак, это какое-то средство довольно-таки ядреное, скажем так. И я вам скажу, что кисть не самая лучшая. То есть в плане дизайна ногтей я бы не посоветовала, потому что я вот беру в фикс прайсе такие кисти тонкие. Да, они дешево стоят, и я вот, так сказать, соблазнилась и взяла один набор. Сейчас покажу вам, какие там еще есть. Вот такая тонкая, длинная, вот такая тонкая, короткая. Видите, уже колпачок оторвался. Да, их там 4 кисти, вот такая, и один дотс тоненький. От него тоже, кстати, крышка снимается. Вот. Что хочу сказать. В плане дизайна ногтей я бы не советовала эти кисти. Ну, дотс еще ладно. Дотс я брала совсем для другой цели. Во-первых, вот эта вот широкая кисть. Я не знаю, видно ли вам будет или нет. Наверное, на просвет лучше видно будет. В общем, у нее торчат здесь волосы, то есть она обрезана неровно, волоски торчат для, я так понимаю, что это для ногтя, чтобы делать градиент. Вот эти торчащие волоски, они будут оставлять след, знаете, как на торте рисунок такой волнами. Это не очень хорошо, то есть для дизайна ногтей я бы не посоветовала эту кисть. Также, вот многие могут спросить, а зачем же она мне? Вообще, такого плана кисть используется в живописи акварелью для растушевки или размытия поверхности. Ну, для того же градиента. Так что кисть акварельная. Также я в наборе увидела 2 вот такие вот совсем узенькие маленькие кисточки. Я так понимаю, что это нулевка, а это 2 ноля. В художественных магазинах такие встретить очень редко можно, потому что либо их разбирают, либо их мало кто берет, поэтому их всегда мало заказывают. Либо вообще не заказывают. И, в принципе, я вот соблазнилась только из-за этих 2 кисточек. Но уже используя другую, я поняла, что эти кисточки не самые лучшие. И, опять же, для дизайна ногтей посоветовать не могу. Тестировала вот эту вот. Она слиплась моментально. То есть, что ей можно делать в плане дизайна ногтей такого формата кистью. Что ей делают в нейл-арте, я не знаю. Но слиплась она моментально. Ворс не распределяется, то есть он идет какой-то непонятной такой вот слипшейся субстанцией. Очень неприятно было работать. Выброшенные деньги. Я использую их для живописи, так как у меня работа с миниатюрой, мне нужны очень маленькие кисти. И эта кисть просто на выброс. Я могу предположить, что вот эти 3 кисти можно использовать для макияжа. То есть там какие-то стрелочки, там бровки, что-то такое. Но для нейл-арта я бы не советовала. Вот так вот. Итак, друзья, вот такие шарики у меня получились. Надеюсь, что видно, где они блестят. На камере это не очень хорошо передается. Ну вот. Да, почему-то вот серебряный, но видно, вот он здесь рисунок получился, вот такие они у меня. Так-то они блестят, то есть видно, что вот здесь хорошо видно.
Золото, оно приклеилось гораздо лучше, чем серебро. Серебро, оно практически не видно, скорее таким перламутром. Но вот золото, оно хорошо приклеилось, и вот так оно выглядит. Вот такие шарики получились.